тебя вспоминали 5 минут назад. Как эта ягода называется, фиолетовая? Думаешь, я помню? Сказали, ты знаешь. Коля мне собрал тут почти ведро. И теперь вспоминал. Она крупная или мелкая? Которая мелкая, фиолетовая. Алыча, не алыча, слива, не слива. Нет. За двором. Терн. Терн. Терн, тетя Клав. Домашний садовый. Домашний садовый терн. Садовый называют. Ясно. Что еще у вас там? Что-то не похоже. Какие дела? Потихонечку. В пятницу приедем, посмотрим. Там теща. Огород копать, ядрит твою мать, нехай, вечно задумает. Ну, понятно. Вот выкопаю, приеду вечером. Чё ты говоришь, Коль? Приеду. Ну, не знаю, не приеду, тёща огород копать, а там будет видно. Приеду, если что. Тут ехать-то 15 минут. Может, в субботу вечером приедет, Коль. Да. Сколько водки брать, спроси у него. Ведро. А сигарет? У нас сухой за... А ты куришь, кстати? Да, вот сейчас сижу, балдею. Ну, ему скажи, не курю. Да у меня на громкой связи включено, блин. Рот заклеим. Рот заклеим и все места заклеим, куда пихательные эти сигареты. Обещал же, зараза, бросаешь ты. Да, тут бросишь на работе. Да, конечно. Моли Бог, что пить еще не начал. А, спасибо, что пить не начал. Спасибо, Володя. Спасибо большое. Ясно. Все поконсервировали? Да не все, у меня абрикосы еще стоят, надо закрывать. А тут сливу Коля прибомбил. Вот будем сейчас возиться. Яблоки падают, абрикосы почти все уже попадали. Ну что осталось? Короче... Да не быстро. Арбузы мариновать будешь? А, арбузы не буду мариновать. Спасибо, Вовочка. Чего, нарезаешь их в банку? Да? Не надо их нахер, как все текло. Моченые, печеные. Да. Нет, не... Мы уже устали. Мы уже устали от мариновки. Дай нам отдохнуть. Мы в отпуске или где? На Первал съездите. На Первал. Съездим на Первал. Вот приедете и поедем на Первал. В ту будку. В ту будку, в какую-то будку. А что тут стучит-то? Да марлю вешает, мухи задолбали. Нету решетки на туалете, они все туда летят. А что он у меня не взял сетку? Не знаю, что он у тебя сетку не взял. Москитная сетка. Разговора специально. Не было. Да. Ну все уже, он сейчас перемастырит хоть как-нибудь. Ясно, у меня специальная сетка. Ну ладно, что там. У меня тут нет доступной сетки. Ладно, вечером созвонимся. Может, наверное, говорит, если будешь звонить, узнаем насчет помидор, может, еще вам подкинуть. А, ну не знаю. Я закрыла, кстати, ваши все аджики сделала и томата сделала. Вот. Ну я от помидор бы не отказалась. Если у вас лишний, я от помидор не откажусь никогда. Ну вечером созвонимся. Вот, давай. А хочешь ей позвони сама. Ну у меня-то с ней есть, там в WhatsApp мы с ней связаны. Ну мы в WhatsApp смотрим, как провожали, как встречали. Мы же этот, Коля на рыбалке был, поймали сама еще каких-то хреней. Мы же поехали уху-то доварить, когда он тебе звонил. Где-то ловили. Я фотку сброшу потом улова. Во, ты же умеешь посмотреть как? Да. А, я или тебе... На Дону или на Перевале? А где ловили, Коля? На Дону. На Дону. Отдыхали тут на Данчике. В лесу. Ладно, давай, Вовчик, созвонимся. Давай, пока. Пока. Получается, позвонить получилось, ответить получилось. Я уже вам и так специально такой крупный шрифт сделала. Завершить, включить, у вас все написано. Читайте, что написано на экране. Я вам так. Самый крупный шрифт сделала. Кому ж позвонить? Кому? Не знаю, кому. Давайте, думайте. Зайдем сюда, в чудный домик. Здесь у меня висит базилик, уже подсох. Здесь я повесила, сегодня купила, который с венком сельдерей. Лучок, тут чесночок, тут тетя Клава вешала, мятку подвесила и еще один пучочек вот сюда, потому что травки сушат под навесом в теньке. Здесь как раз тенечек, тут шторка закрывается и все хорошо. Как раз тенечек, тут тоже травки сушатся, тут яблочки висят. Тут у нас градусник, 39 градусов в тени. Тут не знаю, что. Явно не еда в пакете. Это куриные эти приманки. Вот такая вот избушка на курьих ножках. А я себе приготовила рабочее место. У меня тут ягодка, у меня тут сахар. Сейчас буду засыпать вот эту вот тыгодку. Барсик, сметану дают, сметану раздают.
Что такое? Давай ешь. Мартышку, мать. Мартышка. Мартышка, эти опять тут картежники. Кто победитель в этой схватке? На восьмерке вешайте, я шестерки повесил. Так, моя ходи. Короче, сегодня тетя Клава рулит, да? Рубит пока. Шесть. Рулит. Рулит. Ну и рубит. Тебе семерки. Давайте кускайте. Я уже поставила варенье кипятить, которое абрикосовое. Банки простерилизовала. Тудым-сюдым хожу. Ой, а у нас мажора. У нас вчера было 41, сегодня 42. Представляешь? У нас очень жарко. Даже вот конец, считай, 42. Мы приехали, так жарко не было. 41. Ну. А во сколько градусов? Сколько у нас градусов? На закрытом балконе 15 градусов. Градусов 15. Ну, понятно, на балконе вас... перезвонит тебе папа со своего телефона. Хорошо. Ну, пока давай с тобой поговорим, а потом с папой поговорим. Да, конечно. Вот, чего? Мы ягодку закрываем, много закрыли. Абрикос. Будут вам абрикоски. Ой, это мои любимые. Я знаю, ты абрикосы любишь, да. Вот, яблочки закрыли, немножко там груши несли, кабаночек. Вот, сейчас помидорки. Ой, груши вкусные. Вкусные. Все, все вам будет, все вам будет. Все, все витаминки с Воронежской области к вам приедут. Вот. Так что... Все будет такое без химии. Без химии, да, все натурально. Я вообще радуюсь то, что здесь мы, правда, на самом деле, и ни машины не ездят, травка вся такая для свинок. Да. Натурпродукт. Тут машина в день два раза проедет мимо дома, и все хорошо. Серафимовна, приветствую вас. Добрый день. Слышно тебе, Коля тут пришел? Коля, добрый день. Тут жара невозможна. Мы в тени с Леной сидим. Я тут мух бью. Коля с хлопалкой ходит. Уже всех перебил. Уже все повесили. Уже всякие мухоловки. Все повесили, все равно летают. Хотя хозяйства нет. Хозяйство у нас только три кота и три хвоста. До сих пор был на кобах кормишь. Ну, это на тети Клавины. Три кота тети Клавины, один заходит соседский кот. Вот. Что еще рассказать интересного? А, тете Клаве сегодня новый телефон купили. Она теперь у нас... Вы купили? Ну, она сама себе купила, но мы выбирали. Тут часа полтора на рынке это стояли. Сейчас буду ее учить по-ново пользоваться. Но она вроде нормально. Так и так. И видеосвязь немножко с ней попробовали. Вот. Если разберется, сможет с видеосвязью общаться с нами с Мурманска отсюда. Ну, еще мы здесь будем. Я ей объясню, покажу. Я думаю, разберется. Да. Вот, так что хорошо. Да, теперь она у нас будет крутая. Крутая бабка, как она себя бабка все называет. 70 лет она себя бабка называет. Крутая бабка. Ну, вот. А это я бабка. Ну, да, бабки прям. Сидит, картошку мне чистит, которую сама выкопала, меленькую на это. Сейчас потушить будем. Вот, а Коля мне сегодня сливы насобирал. Я уж ничего не хотела делать. Он взял за двором дерево сливы, собрал больше полведра. Вот засыпала сахаром, буду варить варенье. Короче, мне отдохнуть тоже не дают в отпуске. Чего же собирал? Сливы, сливы. А что сливы? То есть пока не для почек хорошо. Ну вот, будет варенье для почек. Засыпала. Вот, только сливы для почек. Только закончила сливы засыпать. Ага. Вот. Не устали еще там отдыхать? Отдыхать не, мамуль, не устали. Отдыхайте больше. Мы высыпаемся здесь, кислород, свежий воздух, рано ложимся. Конечно. И та же вода, Серафимна, и та же вода. И та же вода, Колина родная стихия. В роднике та же вода. В роднике ездим, здесь же Николай Угодника, этот родник Колин. Пьем родниковую воду, мы вообще с крана не пьем воду, и варим на ней.
Вот, рядышком недалеко тут. Буквально чуточку проехать. Ага. Вот. Коля в свою стихию попал. Да. Так что. Ну и Коле, конечно, хорошо. Коле хорошо. Все-таки родина. Родина. Да он тебя слышит. Он мне на громко, да, говорит. Да. Тебя слышно, да. Родина это много чего говорит. Ладно, Леночка, здоровья, не трать много денег, сейчас папа тебе будет звонить. Ну ладно, папа по черепахе, наверное, что-то спросить мы хочет. Мы тебя по телевизору смотрим. Ну смотрите, да, я тут снимаю, что могу, то снимаю, что интересного. Ну пускай папа перезвонит. Все, давай, целую, ага. Даже желтенькие попадаются. Одуванчики. Ничего себе. Да полно во дворе. Ну здорово. А, мне звонили, а что, скажи, грибов полно. Это Валерка с работы звонит. А у нас одуванчики листья и цветочки ест? Или только цветочки? Листья ему не дают. Да, если цветы ест, он больше цветы любит, да. Да, вот, все нормально. Ну ты мне хоть что-нибудь там снимаешь про него, кино? Ну, сегодня уже девятый фильм начался. Отлично. Отлично. Здорово, все, молодцы. Фильки с тобой веселее, чем со мной, я так чувствую. Тут у нас арбузы плавают, охлаждаются. Коля налил свежей водички холодненькой. Бубузики. Вот они мыряют. Коля там груши обнаружил, которые срывать надо. Ну, груша огромезная, но она, да, ее кто-то уже начал кушать. Иначе... Вот. Вот, сфотографируйте ее. Ой, да наглянь. Ну, она уже вот, все. Я и говорю, сейчас орезать сфотографируйте. Надо, вот мама с папой, смотрите, какие у нас груши. Да, да, да. Фотографируешь. Фотографируешь. О, да. О, какие. О, какие. Ну, теперь давайте режьте, мойте, да, и ешьте. Итак, вечернее включение. Коля добивает мух, которые не улетели, еще не убиты были в кухне, потому что сейчас у нас все закрыто, все за... клеено, и я надеюсь, мух здесь не будет. Варенье у меня получилось вон насколько. Это абрикоски. Затем слива. Вот, засыпала сливу. И вот тоже засыпала сливу. Перекрикиваю картоху. Тетя Клава начистила мне своей мелкой. Вот такой вот мелкой-мелкой. Мне не доверяла картошке. Сейчас ее потушу. И будет там ужин. Тетя Клава листает фотографии. Нашла себя, вот она, гляньте, какая курносая. На всех курносая обзывается, сама тоже курносая. Красотка, тетя Клава. Ага. А вы на дойку ходили во сколько? Четыре. Четыре утра? Один раз? Раньше три раза доили. Вы отсюда, с этого дома ходили? Нет, не топаешь по асфальту. А я трусиха такая. Разок 10, пока иду, посмотри, разок 10 оглянусь. Летом куда это не шло. Сижу я вот так. Забора еще не было, сетка была. Вот. Бежит мой мужик голый и с пустым пакетом. Я перепугалась, как заскочила в дверь, закрылась. А? А куда он бежал? Туда, куда ты вот побежал. А потом выскочил оттуда. Ох, я Колин Андерсен. Мужик голый, зимой. Оттуда, да какой зимой? Летом. Летом. Так он на водопой побежал. Туда, она правильно говорит. Обратно бежит вот так. Выскочил на солнце, как от машины идет. Он остановил машину. Ну, пьяный, наверное. Так он на водопой побежал, искупался спортсмен и назад. А я трусиха такая. Привет, принцесса. В белом вся, в шортах. Рыжая покрасилась. Желудку плохо. Надо это самое перекрасить. Лен, краски нету. Бери он стульчик сюда. Что у нас там шмыгает? Ой, смотри, помоги нахер отсюда. Иди отсюда. Я не болею. Иди. Не заражай других. На. Рассказывай, куда выходили? Куда выходили? Мы так сегодня приехали.
Где была? Дура. Кто фингал набил? Или было уже? Ты посмотри, на кого похоже. Я тебе... Вот к Насте поехали. Ну так, рассказывай, куда вы ездили? Да к Насте ездили. Приехала от Элки. Поехали, я к зубному поеду. Разбудила нас, я 3 дня лежала. Что, болела? Вообще, Лен, я не то отравилась, не то это, как ее. Скажи, бабка. Ум за разум зашел. Нет. Сотрясение мозга. Или как его? Чего? Ну, скажи. Ну, может, вот... сотрясение мозга. Если... Кто тебя? Набил кто-то? Побил? Или... Да. Андрей, правильно он сделал. Я поддерживаю его. Вот. Это самое, блин. Я вот 3 дня у матери отнюшилась. Воды попью. Ведро воды принесут. Мне мало. Я воды. Кружку. Ну, другую. У тебя вид сотрясение, да. Тебе тошнило от этого. Надо лежать. И вот мне это самое, блин. Ну, а на работу как? Никак. Ну вот сейчас поедет бабка, сейчас за это сам заплачу. А то тебя привлекут. Я знаю. На вольное поселение. Будешь выйти на элементы. Ты посмотри, на кого похоже. Ты сама на себя не похожа. У меня глаза вольные, на беречца похожа. Страх, страх, боже, да Ольга. Да что ж ты думаешь себя, ты мучаешь. Ай-яй-яй. А, ну разве можно так? Ой, Ольга. Да что ж ты думаешь? Ой. У тебя, кажется, нос перебитый. У тебя не насморк. Тебе нос перебили. Да, уже его. Да пипец, не трогай руками. Твоей не привыкать. Да ужас. Короче, такие бриджики, я думаю, на тебя подойдут. Маленькие. На Санька. Да какой на Санька, это бабский. Футболка тоже, она маленькая. Вот такая вот. Оля, капец. Не могу, мне же больно за тебя смотреть. Короче, вот этот маленький вещь, я тебе спросила. В том году, когда Оля попадала в мои видео, мне были такие комментарии, что зачем вы с ней общаетесь, да она же такая сякая, туда-сё. Вы знаете, порой даже люди не пьющие, вот, хуже, злее, ну, хуже тех, которые пьют. Потому что Ольга, она сама по себе человек хороший, она добрая, она всё, но она больная, алкоголизм. Это болезнь, это не просто вот она захотела выпить и все. Нет, это болезнь, и ей тяжело, она от этого мучается, и мне ее на самом деле жалко. А ну-ка, давайте. Шестерки, начинаем сначала. Так, Пики, младший козырь ходит. Закон такой. У кого? У меня младший. Показывай, чего? Матрёна Ивановна. Шестерки вешаем. Так, телефон убери. Все, поехали. Поехали. Так, набираем. Так, Яковлевна, поехали. Пики, козырь. 7 пошел. 8. Нет, подождите. Ольга, смотри. Оль, поехали. Одну. Оль, поехали. А ты не выключайся. Не выключайся. Я стою, махаю. Так, что там было? 9. Мне надо 6 собрать, Ольга. Входи. Оль, ходи. Она забрала. 6 сидит, джигитка. Туза взяла и теперь радуется. Да. 7. Ладно, не буду тогда. 2 короля. Нету. Нету. Ни хера мне 6 не дают. На тебе одну. Бери лучше дай. Кого? Повесишь кому-нибудь, может, мне. Может, мне. Да нет у меня. Нету. Да. Ольга, видишь, 6 мне не ходила. Я бы взял, если бы зашла. Ольга, ты зря. Я якорь не повесил.